Уже в эту субботу в Беларуси официально стартуют вторые игры стран СНГ. Причастны к этому событию не только спортивные площадки, но и другие организации. К примеру, Солигорский автобусный парк номер один среди перевозчиков, осуществляющих доставку участников вторых игр стран СНГ из аэропорта к местам проживания и на соревнования. Сегодня доставку пассажиров осуществляют как микроавтобусы, так и автобусы повышенной комфортности. На сегодняшний день автобусный парк уже начал работу по доставке участников вторых игр стран СНГ. На сегодня мы подготовили все автобусы. Автобусы соответствуют всем требованиям, прошли обследование соответствующими службами, брендирование нанесено. Мы рады приветствовать гостей на своей солигорской земле. Надеемся, что мы доставим комфортные условия в плане перевозки.